Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Vezel в белом цвете 2016 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, мощностью 131 лошадиная сила, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, фаркоп, установлены ветровики, повторители в зеркалах, дефлектор капота. Пробег автомобиля 121 тысяча километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, комбинированный, ткань, кожа, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, электроручник, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, режим экон, обогрев зоны дворников, система курсовой устойчивости, помощь в предотвращении столкновения, контроль полосы, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.